Здравствуйте! Сегодня проведу небольшой видеообзор штанги для крепления пульта управления. Вот у меня сейчас установлена эта штанга. Она нужна для того, чтобы я мог установить пульт в любое положение по поперечной оси и по продольной оси. То есть нужно это для тех, кому неудобно стандартное положение пульта. То есть четко под правую руку, либо четко под левую руку. Вам неудобно, нужно какое-то рандомное, скажем так, положение пульта. Тогда можно приобрести вот такую штангу. Сейчас у меня пульт установлен практически посередине. Для того, чтобы отрегулировать его положение по поперечной оси, я ослабляю барашек и могу сдвигать пульт вот в любое положение. Давайте его посередине и оставим. Для того, чтобы отрегулировать пульт по продольной оси, мы ослабляем барашек снизу справа, барашек снизу слева. И я могу вот максимально к груди придвинуть пульт. То есть я вот теперь согнутой рукой в таком состоянии могу управлять коляской. Не забываем затягивать барашки обратно. Так. Для того, чтобы отрегулировать пульт по высоте, мы, соответственно, регулируем сами подлокотники. Для того, чтобы опустить пульт ниже, соответственно, так как у нас штанга установлена на подлокотниках, она опускается вместе с ними, мы опускаем оба подлокотника. Для подъема, соответственно, делаем то же самое. Вот таким образом в трех осях мы можем установить пульт в любое удобное положение под согнутую руку. Соответственно, либо правую, либо левую. Сейчас у меня установлено под правую руку. Вот, значит, регулировка идет от центра в правую сторону. Можно, соответственно, прокинуть кабель, вывести его с этой стороны и сделать регулировку под левую руку. Теперь следующий вопрос, как же выйти из коляски, как же пересесть, если у нас установлена такая штанга. Делается это следующим образом. Я немного приподнимаю штангу и отвожу ее в сторону. Теперь я могу выйти вперед, могу поднять левый подлокотник, соответственно, пересесть на левую сторону. Штангу можно отвести полностью вот так вот в сторону. Штангу также можно пересобрать и под левую руку, то есть кабель мы, получается, проводим снизу, выводим с этой стороны под левую руку, и тогда штангу можно пересобрать так, чтобы она откидывалась в левую сторону. Тогда мы можем, соответственно, пересаживаться вправо. То есть эксплуатация данной штанги очень-очень простая. Монтаж, соответственно, будет осуществлен на производстве, если вы сразу закажете такую опцию, но данную опцию можно также установить и самостоятельно. Также штангу можно использовать для крепления мобильных телефонов и прочих гаджетов. Привет, Дмитрий Лыткин. У него, если не ошибаюсь, здесь установлен, значит, телефон, крепление для камеры, там еще что-то. Ну, в общем, целый инспектор гаджет. Ну, пожалуй, все. Если у вас будут какие-то вопросы, будем рады на них ответить. Спасибо, пока.